Сьогодні в обласному центрі з'явилася ще одна красива алея пам'яті. Біля обласної адміністрації активісти, члени сімей загиблих бійців АТО, школярі, а також переселенці зі сходу країни висадили 180 високих туй. Це початок зведення скверу, де можна буде побачити стели з іменами загиблих під час проведення АТО героїв. Завдяки спеціальному покриттю і підсвічуванню він матиме вражаючий вигляд. Завершити проект команда губернатора Валентина Різніченка планує у середині травня. Вічно-зелені дерева вже оточують місце пам'ятного скверу. Собрали все фамилии погибших. Кроме того, скорее всего, мы сделаем, как нас попросили, чтобы были фотографии каждого погибшего. Вы знаете, что есть музеи гражданского подвига, музей АТО, зал памяти, где есть фотографии всех погибших. Фотографии мы постараемся разместить и здесь. Это чуть сложнее технология, но наш долг это сделать. Мы, родители, давно хотели, мечтали об этом, чтобы в городе создали какой-то мемориал, чтобы приходили люди, было нам где собраться, родителям. Любил жизнь, такой вот шустрый, быстрый был. Все говорил: мама, ты представляешь, это делается история, новая история нашей Украины. И я войду в эту историю.